Делегация Орловской области принимает участие в 21-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». В этом году она, так же, как и в 2018-м, проходит в Москве на ВДНХ. Организатором выступает Министерство сельского хозяйства. На главный сельскохозяйственный форум съехались представители 62 регионов России. «Золотая осень» для аграриев страны – это еще и праздник в честь окончания сезона сбора урожая.